Добрый вечер, друзья! Взял на себя роль немножко порассказывать, потому что, с одной стороны, некоторые нам пишут, а мы из-за города едем, сегодня такая погода и пробки, подождите нас. А с другой стороны, кто-то пришел уже заранее, даже раньше 7, поэтому пора начать. На самом деле большинство знает, что тут происходит, но мы на всякий случай немножко еще помянем, что группа «Белорыбица» из Санкт-Петербурга впервые за 5 лет опять приехала в Москву. И не просто так, не с пустыми руками, мы привезли диск, который писался уже 11 лет фактически. Ну, конечно, часть времени он лежал просто без дела, но как вино доходил, так сказать, становилось все лучше. Вот он наконец-то решил в прошлом году дописаться, и благодаря помощи, в том числе, московских жертвователей на нашей компании, вот на Planeta.ru, мы смогли его реализовать, этот диск, за что огромное спасибо всем, кто помогал. Вот. И, соответственно, сегодня будут песни и с этого диска, и песни в таком деревенском звучании. В конце, надеюсь, мы сможем там немножко найти место, здесь раздвинуть столы и потанцевать. По крайней мере, пока это до сих пор получалось. Мы сыграли вчера «Дверь», за вчера «Новгород», и вот приехали к вам уже такие, прямо с пылу, с жаром. Вот, поэтому диск можно будет у нас приобрести, он будет стоить, как везде, 300 рублей. Мы решили, что у нас не будет поясов ценовых для Москвы, решили, чтобы он был доступен для всех. И, соответственно, начинать мы будем с такой фольклорной программы и перемежать ее с нашей вот такой «Белорыбицей» образца 5-летней давности, с которой мы много ездили, как раз такой world music. Вот, поэтому, друзья, встречаем ансамбль «Белорыбица» сначала, а потом группу «Белорыбица». Это у нас такое вот полушуточное разделение. Ансамбль «Белорыбица».
народные припевки в Тверской области. Их записывали. Ну, в Псковской, похоже, тоже поются. В них сравнивается невеста с деревом калины. Говорится про калину, что неправдивая калина. Говорила, цвести не буду, белых цветиков не пущу, красных ягодок не заражу. А как пришла весна, расцвела и белый цветик пустила, и ягодки на ней выросли. Неправдивая невестушка. Вот, например, имя невесты говорится. Ну, Маришка у нас будет. Говорила, замуж не пойду, молодого Ванечку не полюблю. Ну, или там не Ванечку, может, другое имя такое. Что замуж за него не пойду, значит, на его следок не ступлю. А как пришли сваты, так пошла, молодого Ванечку полюбила, да и замуж у него пошла. Thank you.
сейчас все это время практически, пока шла свадьба, звучали песни. Вот, и песни такой вот этой свадьбе Псковской, там, Тверской, они очень энергичные, всегда пели очень громко, даже вставали часто, когда величальные песни пели, то вставать даже на лавке, плясали обязательно, должно быть очень было так вот громко, ярко, спето. А следующее, это уже такие мужские припевки, Новоржевка, вот, их обычно мужчины поют для того, чтобы немножко перед дракой раззадориться. Шапочка у нее такая красивая, на ней на шапочке клеточки, а в клеточках сидят маленькие птички и красиво так поют. Гость у нас будет Жека Косенков, который пришел. Ему будем петь. Евгений. У нас Евгений гость большой. А по батюшке? Олегович. Евгений Олегович. Это большая честь.
Да. Я станцевать буду. Ну что ж, давайте.
Немножко монитор Машин прибрать чуть-чуть. Спасибо.
что все вот эти замечательные партии для гуслей, которые Ваня сейчас играет, у нас был такой очень хороший музыкант Данила Новиков, и сочинил эти партии, которые вот записали мы на диске. Но в течение какого-то времени он перестал с нами играть, и когда мы выпустили диск уже, презентация, то, значит, у нас такая появилась мысль, что надо бы все-таки как-то сыграть вот эти песни, они очень красивые, нам нравятся, но у нас не было гусляра вообще во всем Питере, мы не знали, кого бы еще пригласить, и у нас возникла такая авантюрная мысль, что, может быть, Ваня бы сыграл. И за месяц до этого концерта, значит, Ваня начал репетировать и учить эти все партии. И вот так получилось, что действительно это наша такая фантазия реализовалась, и таким образом вот мы приобрели такого в своем семействе гусляра уже постоянного. Теперь мы с этой программой уже выступаем не первый раз. И в Петербурге, и в других городах. Вот. А следующий Нагреш будет у нас половинка. Это Нагреш Псковский. Ну, под него тоже разные припевки могут петься. Вот в исполнении Ольги Сергеевой, замечательной певицы Псковской, записаны свадебные припевки. Мы поем всякие разные, какие нам в голову придут, какие нам захочется спеть. Вот, Нагреш половинка. Скобари. Вот, народ знает, кто здесь Скобари. Скобари
потешный еду с ярмарки домой. Кто разутый, кто раздетый, кто с пробитой головой. Веселый такой народ. Получается, что они без конца только делали, что дрались, да? И еще всем известно, что они дома с скобами сбивали, чтобы они не развалились. Такой народ. На самом деле, вот такие боевые частушки, они были везде. По всем регионам, и там и Веселого на Вологодской области, и, оказывается, Завидочка, она тоже была под драку. То есть каждый наигрыш местный был в таком варианте. Вот. Часто бывает, задают вопросы, зачем вообще такая музыка нужна хулиганская? Про ножики, про всякую такую ерунду, вроде бы, ну, интеллигентные люди, все, надо разговаривать друг с другом, как выяснять отношения. Вот, а оказывается, это нужно, потому что как раз вот человек интеллигентный сидит, а рядом не очень интеллигентный человек сидит. И вот возникает какой-то вопрос, решить его никак. А вот скобаря про себя в голове проиграешь? И оказывается, можно. У меня был такой случай, я вот до сих пор помню, много-много лет назад. Вот было человеку не влепить, никак. А вот чистушку успел, все хорошо, а сразу пошло. Знаете как? Человек, главное, самое смешное, он потом зауважал, говорит, ох, как здорово ты мне выиграл. Ну, да, конечно. Ну, ладно. Thank you.
просвещали, что у нас такой, ну так чинно все сидят, у нас такая музыка уже хулиганская пошла. Вы если хотите потанцевать или подраться, вы приходите, здесь можно, то есть вы не сидите там. Можно на столах. Ну да, конечно, там прайс. Вот столами обычно дерутся. И столами дерутся. Это у нас еще отдельная часть для драки. Я рада, что скобарик пришелся вам близко к сердцу. Это очень хороший знак. Вот. А сейчас мы сыграем несколько сербских и болгарских песен. Вот. Очень интересная у нас история развития нашего ансамбля. Вот сейчас мы сидели, вспомнили как раз тоже время, оказывается. Я сама забыла, но мы начинали вот этот путь свой такой, как сказать, как ансамбля такого вот большого с перкуссией совсем, с обработок именно болгарских и сербских песен. Потому что в то время мы слушали как раз много такого... балканского фольклора и всяких вот их групп, и эти инструменты, вот всякие флейты и волынка появились в ансамбле. И как раз первые песни аранжированные вот такие вот, которые мы записали на студии тоже, которые в диск вошли, вот эти песни сербские и болгарские. Первая из них будет «Гугутка». Это величальная песня вот их, не величальная, но свадебная, скажем так, не совсем величальная. Немножко грустное содержание, о том, что невеста выходит на улицу и видит там птичку, которая весело распевает. Вот. И, ну, невеста говорит, что я уже так весело не буду петь, потому что когда я жила в доме у родителей, так там все было хорошо, и родители обо мне заботились, и лицо мое белое цвело, и коса русая росла. Значит, все родители вот, ухаживали за мной, а теперь уже вот все, это кончилось. Время веселое. Гугутка, гугутка, во своей леле, леле стала.
спрашивают девушку очень красивую, почему она такая красивая, собственно, получилась. Вот, она отвечает на этот вопрос, что она, это потому что она жила, родилась в Болгарии, ее болгарская мамка родила, ходила она по болгарской траве, пила болгарскую воду, вот поэтому она такая вот красивая. Эту песню мы записывали на диске с группой «Доброночь» нашей питерской вместе. Вот получился такой как бы русско-балканский, там у нас большой оркестр. Сербия, Болгария, да, потом как-то мы Гугутку
наше исполнение выложили видеозапись в YouTube несколько лет назад, и там разгорелась большой-большой спор между сербами и болгарами, чья же эта песня, причем они очень многие агрессивно там высказывали, что это именно наша песня. Вот, мы вот очень посмеялись, потому что мы так удивились этому. Казалось бы, в другой стране записали песню. Вот русские так не реагируют. Вот русскую песню записали, выложили. Никто так сильно не спорит из-за этого. Чья песня в Тверской области или Псковской, например. Вот. Ну и, значит, третья песня, которую мы сейчас поем, это «Ора». «Ора» — это хоровод. «Ора Сирии» — «Кружится хоровод». «Кружится хоровод» на полянке. Много красивых парней, девушек, все нарядно одетые. И у каждой девушки есть свой парень. Но одной девушки парня нету. Как вы думаете, почему? Потому что плохо одета. Ваше предположение? Загулял. Нет. Не угадали. Ну? Нет, она нормального возраста. Хорошо одетая, красивая. Умная. Катя, потому и нету парня, что умная, красивая. Все нормально. Нет, на самом деле вы не угадали. Все гораздо лучше и благополучнее, что на самом деле парень есть, но он уехал в город, чтобы заработать денег на свадьбу. Вот, взять ее замуж. Поэтому она временно, так сказать, вот, пока без него. Ну, все впереди. Yeah.
спасибо. И теперь мы перейдем прямо в глубинку нашу, в Курскую, и обратимся к архаичным инструментам. Это кугифлы курские. Смотри, достанем. Интересно очень, тут вообще можно часами говорить про этот инструмент и про всякие особенности. Вот. Интересно то, что подстраивает его, например, для того, чтобы дудочка повыше стала, то не подпиливают ее, ничего с ней такого не делают, а насыпают просто туда какую-нибудь крупу, там, зерно, вот, ну, фасоль насыпают. Тогда становится звук выше у этой дудочки. Вот, ну теперь батюшка. Thank you.
большой карагод. Карагод сидит на лавочках и не пляшет. Вот. А как его-то? А, повторим. Хорошо. Сидит и страдает. Да. Не, не страдает, все нормально. Пока еще. Да, вы, пожалуйста, заряжайтесь, так сказать, уже энергией, бодростью, чтобы потом мы, когда закончим концерт, и будем уже плясать, чтобы вы уже вышли бодренько, да? Песня сейчас Смоленская, мы споем песню такую женскую. Там говорится о том, что девушка полюбила парня, ну, он живет в соседнем доме, в соседнем дворе. Но народ в деревне такой недогадливый, такой вот не велит ей глядеть туда на соседа в двор, не ходить, не велит ходить поздно вечером, глядеть туда. На этого парня, с ним разговаривать. Вот, девушка страдает. Thank you.
Волынку, может, что-нибудь рассказать о том? Ну вот у нас Евгений очень любит историю про африканскую волынку, а вы ее не знаете, наверное. Ну кто-то знает. На самом деле, вот со всеми людьми, когда общаешься, все спрашивают, а почему такая странная у вас волынка? Я говорю, какая странная, красивая такая, звучит. Ну да, да, красивая, только ну какая-то не такая. Там вот должны быть такие трубочки такие вот, вот такие вот, на плече торчат. Много-много. А у вас должна быть юбка. А без юбки это не настоящая волынка, это так себе. Вот. Начинаешь говорить, как же так, вот эта болгарская волынка традиционная, она столько лет, веков прошла. Называется даже, знаете, она называется гайда. А гайда по-болгарски это коза. А вот еще в Индии козу называют тоже гайда. И там тоже есть точно такая же волынка, и она также называется. Вот это и там в Индии, там много тысяч лет назад. Нет, это все неправильно. У вас юбки нет, значит, волынка неправильно. Ну ладно, неправильно, так неправильно. Вот. А кроме вот таких неправильных волынок, есть еще одна, самая неправильная. Это волынка, которую в Африке где-то, я забыл в каком месте, используют на праздниках. У нее мешок, вот это вот мешок, ну догадайтесь, кто это. Коза, правильно, ну или овца. На самом деле это овечья, потому что он плотнее кожи, вот, он дольше служит. Вот. А так, по сути, вот целая шкура такая. Голова где? Вот голова. Была. А хвоста нету. Хвост отрезали и завинтили вот так вот. На самом деле, в старину же в таких мешках называлось у нас мех. Там воду хранили, крупы тоже, и перевозили все, что можно. Вот. А в Африке, видно, козы, овцы, показалось им маловато что-то. Вот взяли быка целого и огромную шкуру такую стащили с него. И надувают. Но надувать-то одному такую шкуру невозможно, надувает все село. Много-много маленьких таких трубочек туда вмонтировано. И они, значит, надувают перед праздником эту волынку, этот мешок огромный. Надуют. А дальше что с ней делать? Под мышку ее не заправишь. Так вот, волынщик берет, прыгает сверху, хлоп, и у него такая маленькая-маленькая трубочка из тростника. И он на ней начинает играть. И вот он так сидит и играет, а все вокруг пляшут. Здорово, правда? Один раз надул, ну и потом, вот что значит по-африкански тянуть волынку. Это у нас там 5 минут и все, тут часа 2, наверное. Сидишь и играешь, потом раз, музыка кончилась. Ну, и то ли расходиться, то ли заново надувать. Вот они, наверное, заново надувают, в Африке делать нечего. В зависимости от настроения. Вот такая вот замечательная волынка существует. Тоже неправильная и тоже без этих вот этих вот юбочек. Вот, она существует. Ну вот, а на самом деле, да, дело-то не в юбочках, а дело в том, что у нас на Руси же тоже были волынки. И вот эта вот волынка, она, ну мы можем так сказать, что она похожа на смоленскую дуду, которая была до гармошки, то есть это значит лет 150-200 назад, распространенным инструментом, праздничным, основным, можно сказать, инструментом было. Вот, а нашли, то есть откуда вообще такая идея взялась? Нашли одну бабушку. Она в экспедицию вот ездили наши друзья, она была уже слепая. Вот. И ее спрашивали, она говорит, да, помню что-то такое. Вот маленькая была, мой дед играл, его везде на праздники звали. Вроде как вот похоже, там, что-то, что вы рассказываете, пузырь какой-то там давали. И говорит, а как она звучала? Ну, я вот не помню, но как-то так вот красиво. И привезли целых штук 5 волынок разных. И испанскую. И какую-то там карпатскую, высокие болгарские волынки принесли. Стали на всех играть. Так вот, когда на этой заиграли, она даже заплакала. Говорит, вот такой звук и был в волынке моего деда. То есть вот такой низкий, мощный. Вот. Так что эта волынка частично русская уже, несмотря на отсутствие ее. Ты сейчас для вас исполним небылицу. Вот существуют замечательные записи смоленских скрипачей. Вообще вот были распространены оркестры, где играли много скрипачей, с ним могли цимбалы еще играть, например, бубен, балалайка. Ну вот ансамбль чисто скрипичный, записан в Смоленской области, и несколько наигрышей замечательных. Из них один небылица. Ну, небылица все знают, вот, например, там, да,
Мариинскую поют. Там всякие смешные поются припевки о том, что там, например, курочка бычка родила, поросеночек яичко снес, и всякое там наплетается такое, забавные всякие стишки. Ну вот, сейчас они и прозвучат. Мы переходим к завершающей части концерта уже опять же группы «Белорыбец». У нас то ансамбль, то группа «Белорыбец». Сейчас опять группа. Это у нас «Белорыба» и «Белорыбец». А, «Белорыба», ну вот, это новое что-то. To our guest from France, I suppose, yeah? What's happening here is we from St. Petersburg and we present a Russian folk band «Белорыбец» album is here. Мы сыграем три последних наши вещи. Первая тоже есть в альбоме. Вторая есть в альбоме, а третья в альбоме нет. Песня «Рябина» у нас осталась чисто живой, потому что она не легла на пленку, пленка ее не могла передать. Да. И в альбоме ее нет, слушайте ее вживую. Поэтому каждый, кто слушает «Рябину» вживую, получает эксклюзивные возможности, потому что на записи нет, а диск, вот он есть, на нем есть большинство того, что мы сыграли сегодня. Чем? «Белорыбой», да? «Белорыбой», вот. Воронка, песенка для детей, поддержка. Дети кормить легонько, а
где совсем болото, луга зеленые. Девушка грустит, думает, как бы узнать, где он, что с ним, что вообще будет с нами дальше, как женится он, не женится, вернется, не вернется. Вот писать она не умеет, писаря нет у нее. Вот, наконец-то, как-то она пишет письмо ему, отправляет письмо с черной галочкой. Черная галка полетела, на дом рыбы есть, вот понесла письмо. И принесла ответ Демейке, пишет, что живи, живи, моя дорогая, жди моего приезда. Подойте, вы мои герои.
соответственно, она в Тверской области была. Рябина, вообще весенняя такая скакальная песня, хороводная. И у нее такой очень развернутый сюжет, длинный, о судьбе молодой женщины, вот, начиная с того, как она в люлечке лежала ребенком, брат качал, на улице дождик льет, а брат качает сестру в колыбельке и говорит ей такие слова: «Расти, моя сестричка, быстрее, вот вырастешь, отдам тебе замуж в другую деревню, в семью, где будут много родственников, свекор, свекровка». Вот сестра, значит, его подрастает, отдает ее замуж и приезжает навестить, спрашивает, как у нее, как ее жизнь сложилась. Вот она жалуется ему, говорит, что в моей жизни 5 несчастий. Первое несчастье – это мужичок-разбойник, муж, значит, бьет. Второе несчастье – свекор, третье – свекровь, деверня, заловки, все, как бы, вот все ее родственники, которые ее окружают, все плохо к ней относятся. Свекор ругается, свекровь ворчит, заловушки сплетничают, деверья насмехаются, а муж еще и бьет. Вот, и брат ее утешает, говорит, что ничего, мужичок-разбойник побьет, поколотит, к себе поворотит, то есть помирит, помирится. Свекр, свекровь, значит, они в землю пойдут со временем. Заловушки вот эти вот сами замуж пойдут тоже, нелегко им будет. И, соответственно, деверья сами жен возьмут таких, с которыми им тоже нелегко будет жить. Вот, Рябина.
Я
Друзья, у нас беда случилась. У нас ехали, у нас лопнула задняя ось автомобиля, потому что дисков было очень много. Но мы ее кое-как подлатали, привязали веревочкой, но нужно обязательно все диски раскупить, там у нас еще коробка, поэтому налетайте. Иначе мы не уедем, будем жить в Москве, работать и будем играть на улицах тут или на стройках работать. Поэтому мы сейчас еще принесем дисков. А мы попросим наших мужчин, чтобы они немножко помогли, ну, можно и женщин тоже, сильных самых и смелых, чтобы помогли немножечко нам убрать эти столики со стульчиками. Вот. И первый танец у нас будет мотание. Пожалуйста, оставайтесь в кружочек. Желательно парами. У вас была пара. Кто тут танцует неаутентично? Ну, вы покупайте нашу розовую. Как вы желаете? Это такая красивая. Два раза со своими соседями с двух сторон от себя. Хлоп, хлоп.
Вам нужно выбрать один из козов, а то вы будете ошибаться. Давайте, как вы будете хлопать? Покажите. Теперь поменялись парами и идем опять по кругу. Сейчас будем петь.
сейчас остаемся все в парах, никуда не переходим, а продолжаем наши танцы, и следующий танец это будет картошка. Давай. Вы согласны на картошку? Встаем так же, как обычно пляшут. Все-таки еще не поменяться, да? Хорошо. Картошку копали, значит, стою, как обычно казачок пляшет, да? Вот мужчина правую руку кладет на плечо нами, а левую держит, левый придерживает ее, да? Значит, вперед идем трех шагов, да? На раз, два, три. Ну-ка, давайте покажите, как вы идете. Раз, два, три. Раз, два, три. Музыка, музыка. Первая часть. Хорошо. Теперь вторая часть. Мужчина ведет свою даму, идет вперед, она крутится под рукой, она крутится все время в правую сторону, под рукой. Красиво вот так вот, чтобы юбка развивалась. И крутится, крутится и переходит вперед к следующему кавалеру. Делает два шага вперед. Стоп. Перешли. Да, мы перешли вперед, все вперед, вперед, вперед. И встаем теперь по-другому. Не так, как стояли в первой и второй фигуре. Встаем лицом друг к другу, мужчины спиной в круг, а дамы к ним лицом. И ну, сейчас можно посмотреть на наших заводящих, как они покажут, как мы копаем картошку. Вань, покажи, пожалуйста. Картошку копала, корзину кидала, картошку копала, корзину кидала. И встаем в позицию номер один, как начинали. То есть получается, что со своей барышней танцуем первые две фигуры, первые две. А после второй она переходит вперед и уже копает картошку снова кавалером. То есть начинаем знакомство с копанием картошки. Мы сдаем друг друга, так сказать, в полевых условиях рабочих. Три, четыре. Так, вступление не удалось. Сейчас послушаем. Здесь к нам спиной одни.
сейчас... Да, Ваня Сагаша, вставайте. Да, танцуй здесь как бы четыре, две пары вместе. Ну, четыре человека сразу. Вот, вы должны сейчас внимательно посмотреть, чтобы у вас напротив была пара. Мужчина держит свою барышню, как обычно, правой рукой. А если у вас две барышни, то одна из них вместо мужчины будет писать. Значит, все приготовились. Первое движение будет такое. Пара. Все пары, которые стоят вот здесь около сцены, это будет первая линия. Они поднимают руки воротиками и идут навстречу паре, которая вот с ней пляшет. Вы сейчас посмотрите заводящих тогда. Пока постойте, они покажут вам, как писать. Значит, Ванюш, покажите, да? Сначала воротики делает пара, которая здесь стоит, они меняются местами. Потом вторая пара делает воротики. Смотрим сейчас только на заводящих. Приготовились? Вступление. Видит месяц. Пошли. И когда разворачиваетесь, то девушка проходит вот так вот, под рукой парня, очень красиво. И обратно идут, они уже проходят в воротики и также разворачиваются. Девушка под рукой парня проходит. Так, сейчас пляшем только первую фигуру. Все вместе. И не останавливаемся, дальше не идем. 3, 4. Дальше. Следующая фигура. Четверка сходится, два хлопка в ладоши и делают правыми руками звездочку, идут в правую сторону. И два хлопка и в левую. И быстренько встают на свои места. Здесь нужно очень быстро успеть. Давайте, сейчас только вторая фигура. Два хлопка, звездочка вправо, два хлопка, звездочка влево. 3, 4. У кого-то есть вопросы? Все понятно? Да, то есть и та пара, которая идет сначала воротиками, обратно она идет под воротиками. Обязательно это запомните, потому что потом вы в быстром темпе. Нет, этого там нету такого. У вас есть? Ну, это может быть у вас только. У нас нету. Ну что, пошли, поехали? С самого начала до самого конца пляж. Один раз. Вступление.
этому музыканту не играть так быстро. Так что, ну, я думаю, что на этом, к сожалению, нам придется закончить, потому что уже время наше стекло, и уже будет закрываться. Продолжаться будет. Большой, кстати, хороший концерт. Ну, здорово! Да. Поэтому всем большое-большое спасибо, что пришли. Спасибо. Кому интересна местная музыка, то есть, которая обычно играется здесь, сейчас будет очень крутой басист выступать. Ну, вы можете почитать информацию, очень фирменный, который играл с огромным количеством великих вообще людей, Чака Корея, Маклафлина и так далее. Вот, у него был мастер-класс, он будет так выступать здесь, так что вы поинтересуйтесь. А Белорыбец с вами прощается на сегодня, благодарим вас за то, что пришли. Вот, напомню, что у нас сейчас остались немножко наших дисков, и всем спасибо, спасибо, что... После 5 лет нашего перерыва здесь вы пришли, вот, потому что мы боялись, а вдруг вы не придете, а вы пришли. Спасибо, спасибо клубу, спасибо Славе за звук огромный, было очень комфортно. Спасибо всем, кто это сделал, поддержал. Всего доброго. Вот, наши диски еще здесь, подходите.